Так, и мне нужен желтый сундук, который у меня тут по счастливому стечению обстоятельств где-то должен был быть. Блин. О, вот он. Так как это у меня сортировочный сундук, поэтому именно он. А, и печка, да, мне нужна теперь печка, которая будет всякое крафтить. Где ее впендюрить-то? А, Мирузуки, у тебя тут эти процессоры крафтятся. Сколько там? Я не знаю, что тут у тебя накопилось, но... Короче, приди проверь, чего там у тебя валяется. Кстати, где-то мои 15 гейтов, я не знаю где. Или 13. Аутарчик. А, ладно, забей. Где-то надо впендюрить печку. Я даже без понятия где. Так, печка, печка, печка. Я печка, 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 я вовсе не медведь. У меня нету индукционки, видимо, да? Блин, это... Что я туда скинул только что? А, о, вот это, наверное. Да и сундуку тут делать нехрена. Ладно, давайте крафтить индукционку. Фигли делать. Так, мне нужна электрическая печка, это значит железная печка и микросхема. Где-то у меня была. Так, есть. Железную печку проще будет вот так скрафтить. По-моему, по цене там однофикственно, мягко говоря. А, нет, ты просто посмотри, что у тебя там накрафтилось, а то у тебя там заканчивается все. Так-то пользуйся. И там ты, у меня гейты лежали еще, куда ты их притырил. Я так и не нашел их. Ну, если что там забрал, мне, в принципе, не жалко. Так. А, выложил. Да, если что, вытаскиваешь из машины, вон, в сундуки на первом этаже клади, как бы. Никаких проблем. Так, это сюда, электрик фурнас, вот сюда, вот так. Та-дам. Та-дам! Окей. Это я уже 2 часа занимаюсь этой машиной, блин, офигеть. Ну, включая переработку и лазуритную машинку. О, так, а где ее поставить-то, а? Наверное, где-то вот здесь, потому что здесь будет ближе всего до машин. До вот этих машин. Так, а энергию откуда провести? А, энергия, по-моему, там, внизу. Они у меня... Хрен знает, от чего они у меня питаются. А, во! Не нашел. Блин! Раздолбалите! Это не фаталити, ребят, это раздолбалите.
Ну, это должно было случиться. Все, ничего не произошло, все окей. Я просто хотел снести эту, а так как бур очень мощный, он как бы снес до хрена всего ненужного. Точнее, того, что не нужно было бы сносить. Такой он. Продвинутый бор на эффективность 5. Эй, что за хрень? А, я, наверное, это. Да, я не подключил. А, да, у меня ж тут терминал есть, чего я мучаюсь. Да, это у тебя, конечно, вин эпичный получился с твоим этим хастом, или как он там, этот баф называется. Да ёперный ёжик, а. Хотел поставить печку, разнес нахрен пол дома. Everyday business. Чё? Блин, оно теперь даже одним кликом не работает нормально. О боже, это ужасно. Это ужасно. Ау! А, нет, стоп, сундук, по-моему, не нужен. А, нет, подождите, нет, нужен, по идее. Так, ладно, это... Где кабель-то? Я куда-то стак. А, вот он. Так, и отсюда направить тогда. По идее, вот так надо, да? Обратно в систему. Пятьсот пятьдесят семь человек. Нормально, нормально. А, не-не-не-не. Все верно. Все было верно. Вот, по идее, теперь можно будет направить, крафтиться все что угодно. Все, что требует обжаренных металлов. А, ну стоп, Refined Iron у меня же есть. Господи, я этой вот сейчас херней занимал. А, нет, не-не-не-не-не, все. Это ли да? Да, да, полной херней занимался. У меня же все производится, блин, господи боже. Пристрелите меня, пожалуйста, кто-нибудь. Раздолбали тебе было лишним. Ну что ж ты будешь делать? Ай, ладно. Хрен с ним. Пусть стоит. Мало ли для чего еще надо будет. Блин. Да все, 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 я уже вернул. Только надо рычаг еще вернуть. У меня, в принципе, все есть.
А на кой черт я это все делаю? Кто-нибудь скажет мне? А, лапис блоки, точно, эти лесу блоки. Вот, лесу блоки. Значит, сёкеты. Надо добавить крафт сёкетов. Мне для них надо провода, редстоун. Так, это в топку, это в топку, это в топку, это в топку. Это в топку. Так, нужно железо. И вот это вот. О. Пин-код. Так. Один electronic circuit. Отлично. Что? А, фак. Не, не так. ME blank pattern. Во, вот так вот. Вот сколько было, столько и поставило. Encode. Во, вот теперь точно порядок. Так, теперь мне нужен блок лазурита. И сёкет. Ой. Эй-эй-эй, тихо. Надо посмотреть горячие клавиши для этой фигни. Энкод. Лесоблок. Все. А то оно как-то очень уж бодро крафтится. А, это я могу смотреть, что крафтится. Слушайте, классно. Не надо вот так вот водить, смотреть, что крафтится. Просто раз. Ага, вот это. Блин, шикарно. Шикарно. Ну и давайте закажем крафт лесу блоков. Сразу 192 штуки. Прикинь. Вот они. Вот они блоки. Вот они блоки моей мечты. Там на самом деле еще лазурита останется. Сейчас еще докрафтим. Я считал вчера, со вчерашним количеством там было 225, по-моему, с лишним. Правда, ресурсы оно подубьет. Я знаю, что мне 512 надо. Я к успеху двигаюсь, по прямой. Так. И где еще? Блин. Блин, я не вижу рецепта. Во. Так, давайте еще 128 скрафтим. И посмотрим, сколько там у меня получится в итоге их. Надо 512, я напоминаю, как Мирзуки правильно сказал, 512 надо, чтобы было самое большое лес в хранилище, его больше невозможно сделать. 140 тысяч лазуритных кусочков, 3 тысячи меди, там, блин, долбанутое количество, 284, к успеху иду. Так, и смотрим, да, чего не хватает. Ляпис лазули блок не хватает, ну, понятно. Shift-клик. Ну, shift-клик. А, все. Ох, отлично. 284 блока осталось. Два, всего два блока из 2000. Ну, можно еще блоки сами крафтить, но мне, честно, не хочется. Они там у меня прекрасно производятся. Медь не покоцала почти. Или вообще не покоцала, я даже не знаю. А, ну сколько-то там должно было забраться. Резину тоже сколько-то, наверное, снялось. А, шикарно. Лесу. Готово. Так, ну и что, у меня Industrial Blast Furnace осталось на сегодня. Или индукцион... Ой, или центрифуги. Я думаю, центрифуги, потому что они производят олово и медь. А олово и медь, как вы видели, может уйти очень быстро, поэтому именно ими и мы и займемся. Ну и там кучу всего. Монитор для лесу блоков. А я не знаю, как он называется.
Я правда не знаю, как он называется. Я его даже не смог найти. Не, вряд ли он называется монитор. Четыре центрифуги? Мало. Industrial Centrifuge. Вот это вот. А, ну, вообще с таким крафтом, да. Может быть и проблемно. Ну, как? Refined Iron. Напишите, как называется ME Storage Monitor. Нет. Не ME, а лесу монитор. Для лесу. Я знаю, как он крафтится там, по-моему, то же самое, только чем-то еще обложить надо. А, ну да. Так, мне нужны advanced circuit. Давайте их тоже автоматизируем. Еще штуки. Пускай 3, допустим, будет. Стекла не хватает. Так, send. Не, не так. Вру. Совершенно не так это делается. Это делается вот так, вот так. И вот так. Пам-пам-пам-пам. О, давайте стекло на... Ой, этот, песок на обжиг будем отправлять. Так, ну, придется, наверное, стак его переделать, потому что... Вот чего-чего, стекла мне постоянно не хватает. А, это паттерн энкодер. Ну и чего, он будет его крафтить, не будет? А, все, оно его скрафтило. Глюк какой-то, видимо. Шаблон для стекла, да, я это делаю уже. Хотя, возможно, сообщение написали раньше, ну, не знаю. Я не помню как, слушайте. Напишите, пожалуйста, как. Ой, Мирузуки, там это... Народ спамить начал. Спамеры, мы, видимо, где-то в топ попали. Лесу? Лесу это большое хранилище энергии Industrial Craft. А, надо стекло положить. Сейчас попробуем. А, вот сюда, наверное, стекло надо положить. Вот сюда, наверное, песок. Как бы получается вот это и энкод. Все, 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 я понял, да. Я понял систему. Почему оно красным подсвечивается? А, ну или это... Ладно, давайте попробуем. Попробуем заказать... Стеклышко. Допустим, 256. Беги. И пас в печку. А. Блин, я ж не настроил ни хрена. Ой, не. Стекло. А-а-а.
Да, нет. А, блин, все, понял. Я тупанул, мой косяк. Да, Томас мне в чате быстрее пишут. Спасибо. А, нет, процессинг. Во, все заработало. Заработало! Да все уже, люди, я понял, не снифлудите. Количество стекла что-то и не растет как-то. А, ну, оно может на крафт отправилось. Так. Нет, что-то не так. Всегда активно. Ну, по идее, должна же высасывать. Импорт шину. Импорт бас у меня есть. А, в лицо. В морду, говорят, ткнуть надо. Надо, говорят, ткнуть в морду шиной. Блин, как все сложно. А, во, блин, ну я-то привык, что надо как бы ставить вниз. По старой логике и действую, знаете, меня эти моды дрессировали на то, чтобы я как бы ставил, если хочу забирать что-то, я делал это снизу, блин, а не сверху. Как-то сложно бывает несколько лет или месяцев тренировки убить простым модом Applied Energistics. Кто-то говорит извлекать сбоку. Так хрен с ним, пусть так работает. Что, ну жрать не просит и все. Все работает. Так, а на кой черт мне надо было сделать стекло? Кто-нибудь скажет? Блин, я забыл. Да, advanced circuit я хотел сделать. Только не помню, на кой хрен я песок для них обжигал, но... Ладно. Так, мне надо лазурит. Вот еще один, кстати, повод не переводить туда. На блоке этот лазурит. Сверху поставка сырья, с любой боковой стороны извлечения. Снизу что? Снизу поставка топлива. Ну, поставка топлива, я думаю, это не относится к индукционке. Она отовсюду питается. Да блин. Корявый. Корявый крафт. Ну, понятно, если у меня была бы обычная печка, без дополнительных модов, то там, да, так нет.
Стрим идет 2,5 часа. Кто не успел, тот опоздал. Ну, Томас с батарейками — это уже извращение. Так, а на кой черт мне нужны были? А, индукционки. Ой, фу, блин, индукционки. А, центрифуги. Господи. Вот, вот. Чего я все размазываю-то? Экстрактор. Ох, фак. Я просто человек-склероз сегодня. Блин, все нафиг забываю на ходу. Так, алюминиум, пожалуйста. Get the fuck out. Задолбал он меня. Так, все. Скинуть, чтобы оно не мешалось нахрен. Так, Ender Chest. Пускай тут. Нет, не тут. Вот, пускай валяется. Я центрифуги сейчас полностью налажу производство. Так, что мне там надо? Мне надо производить экстрактора. Это машинные блоки и краники. Значит, мне надо еще одна вот эта штуковина. Так, для краников мне нужны доски. Энкод. Так, доски — это... Доски — это дерево. Энкод. Так, для машин блока мне надо... Так, еще. Давайте-ка еще штуки три сделаю, пускай валяются. Лишними не будут. Мод на философский камень, как же он называется-то? Эквивалент Exchange, по-моему. Хотя нет, вряд ли. Нет, по-моему, эквивалент Exchange. ЕЕ3 набери, найдешь. Так, блоки. Ой, блин, не туда. Так, энкод. Так, затем мне надо refined iron plate. Это надо подключить. Блин, еще надо. Ладно, refined iron я потом сделаю. Advanced machine block. Да нет, делать так делать уже. Давайте заморочимся и сделаем это. Let's do it.